мир не без добрых людей. В городе Златоуст Челябинской области мужчина и женщина спасли кошку в лютый мороз. На улице, на секундочку, было -35. Котейка примерзла к земле. Животное полили горячей водой, завернули в полотенце и отвезли к ветеринару. Ролик появился на YouTube неделю назад и уже набрал почти 1 000 000 просмотров. Сотни комментариев со всего света с благодарностями и восхищением летят к авторам видео. Судьбой котика интересовались все, и многие хотели его забрать. Неравнодушных не было точно. И вот на днях семья Барановых поделилась еще одним роликом, где видно, что спасенный котик жив, здоров и нашел себе новую семью. Семка. Лапки у него зажили, все нормально. Лечим. Ну, и уральские мужики способны тоже на добрые дела. Ну, девушки тоже, между прочим, Сергей. Девушки уральские вообще, про них даже речи нету.